После прошедшего в выходные субботника глава города пообещал лично проверить результат. Начали с парка имени Фрунзе. Здесь вовсю идет уборка. Но внимание мэра привлекают, на первый взгляд, мелкие недочеты, из которых рождается общая картина благоустройства курорта. Поукрепляли, чтобы они были в нормальном состоянии. Это же не дело, что он так вот стоит. Так. Вместе с Анатолием Пахомовым на обходе сотрудники администрации Хостинского района. Своеобразное совещание на выезде позволяет моментально делать выводы и принимать решения. Почистить склон, восстановить тротуары и участки дороги, разбить клумбу и срочно заменить фасад уличного туалета. Поручения главы города тут же вносятся в протокол. Время на работу над ошибками немного. После ее выполнения обход вновь состоится. Поставлена задача перед департаментом дизайна городской среды, перед главами районов о том, чтобы мы прошли буквально по всем микрорайонам города. Нам сегодня надо готовиться к чемпионату мира по футболу, и времени осталось не так уж и много. И естественно, что город, в общем-то, к чемпионату мира готов, но тем не менее. Надо обновить все то, что мы сделали к Олимпийским играм. Если городские парки и скверы, как отмечают многочисленные гости, ухожены, то придомовые территории требуют наведения порядка. И это в первую очередь зона ответственности управляющих компаний и самих жителей. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.